С вами канал «Улица Москвы». Мы у Семеновского путепровода через Казанское железнодорожное направление. И сейчас завернем на улицу Золотая, которая располагается в районе Соколиная гора из севера от железной дороги. Название у нее красивое, а вот на местности это совсем такая унылая улица. Прямо с одной стороны гаражи, с другой стороны непонятные какие-то вот сооружения. Мне кажется, это резервуары топлива для тепловозов. Бывшие либо действующие. Так. А, еще тут движение машин. Тут нужно еще впереди это все дело попробовать. Чтобы тебя не сбили. Ну, вот как-то так. Я не знаю, даже более унылую улицу сложно представить. Там она, конечно, и в сторону Электрозаводска немножко продолжается. Но тоже, как я помню, там узкий проезд довольно-таки, тоже гаражи с одной стороны. С другой, правда, там жилые дома есть, еще какой-то автокомбинат. А здесь вот такие вот сооружения. Ой, запахло солярочкой. Запахло солярочкой. Тут еще ходили слухи, что говно возили по этой улице. Ассенизаторские машины. Ну а что тут? Не золото же возить. Находимся как будто вот на задворках какого-нибудь нефтеперерабатывающего комбината. Одного из провинциальных российских городов. Нефтедобывающих регионов, так скажем. А тут, ну я не знаю, что тут еще можно сказать. Здесь вот ощущение какой-то заброшенности не покидает. Я думаю, каким-нибудь сталкерам здесь бы понравилось. Я не знаю, мне, конечно, больше какие-нибудь красивые дворцы или парковые зоны больше по душе будут. Но такое, конечно, прям хоть кино снимай тут, я не знаю. Ну все, пойдем обратно, наверное. Там дальше абсолютно ничего интересного. Пойдем тогда переходить путепровод. Гуляем в районе госпитального вала.
из станции сортировочной.